черный, я тебе говорю. Главное, это бунтак на черный пропуярил здесь. На Трубной площади Audi въехала в группу пешеходов на тротуаре. Автомобиль вылетел с дороги после того, как врезался в другую легковушку. Удар был довольно сильный. У обоих машин сработали подушки безопасности. Помимо ГИБДД, на место сразу вызвали несколько бригад скорой помощи и МЧС. Сообщается, что пострадавших двое. Девушку пришлось госпитализировать, а другой пешеход получил травму руки. По предварительной версии, авария произошла из-за того, что один из водителей проигнорировал красный сигнал светофора. Машины столкнулись со стороны Цветного бульвара. На движение других автомобилей это практически не сказалось. Сейчас там можно свободно проехать. Из-за выходного дня в городе мало машин.